Птички на юг летят. Холода на севере, видимо. Трррт, ворон, стой. Хотел разглядеть, кто. И не разглядеть. В общем, за сегодня уже, наверное, табун 15-й вижу. Вот так вот. Так, что-то пока головой крутил, в какую мне сторону-то надо ехать. Куда-то туда. Кажется, нашли с вороном следы пребывания лося. Стоял тут, долбил землю, ломал березку. Мы движемся где-то в его направлении. Может, он нам навстречу прошел, а может, мы за ним идем. Непонятно. По краю поля сейчас много-много березок видел наломанных. Но лень было подъезжать, смотреть это вот старое. Проверить, свежие, не свежие. Вот так вот. Ось есть здесь. Но далеко, скажи, ворон, да, сюда не наездит. Но... Всем здравствуйте. Веду ворона в поводу, веду. Там вот ось. Ветер сильный. Сейчас получится, не получится его заснять, не знаю. Вроде как с рогами. Сейчас банку тогда достану, попробую банку дунуть. Может, услышит, где-то он вкус зашел. Нас увидал. Метров 80 до него. Так, я, наверное, на всякий случай надо на ворона садиться. Что, ворон, скажешь? Нет, мы его победили. Да, ворон?
победили. Ну, нормально так подошел, метров, наверное, 50. О, ты молодец, не испугался. Как-то вот так вот.